Заявление ФСБ России решительно осудил МИД Украины и назвал их очередной провокацией. Подчеркнули, под надуманным предлогом Кремль разворачивает гибридную спецоперацию для оправдания оккупации Крыма и своих дальнейших агрессивных действий против Украины. А вот постпред при Совете Европы Дмитрию Кулебе российские провокации в Крыму напоминают действия РФ в начале войны в Грузии в августе 2008 года. Он также выразил уверенность, что Россия готовится к новой волне агрессии против Украины.